можно бить. Удар, и Гильерме. Вот и первый момент, и тащит Маринато. Подача. И вот момент, спасает Гильерме, добивание. Так и есть. И Гильерм просто качественно выполнил свою работу и отправил мяч на угловой. Обороны едва и момент выручает Гильерме. И в дальний угол, как выручает сейчас Гильерме. Эпизода, а непосредственный участник выручает свою команду. И от Резвана Мирзова классный удар под дальнюю штангу. Ну и не только реакцию демонстрирует, но и чтение эпизода тоже. Мячом передача, еще один удар, и Худяков! Худяков продакшн, смотри, как здорово сыграл. Да, хороший прыжок, длинные руки у 17-летнего парня и переводит мяч на угловой. Действительно, с Химками, когда бил Мирзов, похожий был момент. И в ближнем бою, ну, Худяков и в Марселе был прекрасен. И здесь, где надо, команду выручил. Да, браво. Молодцом голкипер Локомотива. Потащил очень непростой, на самом-то деле, мяч. Даже, несмотря...